Все понятно, сейчас говорю. В городе Хуаки идем смотреть местные достопримечательности. Без фанатизма. Комментируй, пожалуйста. Маленькие тараканчики. Тараканчики, скорпиончики, жучки, маленькие жучки, большие жучки, средние жучки, сверчащие звонки, очень хрустящие звонки. Какие тебе больше нравятся? Вот эти вот самые хорошие, самые хрустящие. Таиланды. Все, пожалуй, Игорь. Да. Улыбайся. Осторожно, не упади, Йоник, аккуратно. Аккуратно, аккуратно, Йоник. Аккуратно, Йоник. Аккуратно, аккуратно. Проходи, проходи. Так. Оп, 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 оп. Давай, давай дальше. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Ой, молодец. О. Иди, Йоник. Сними с
возвращается. Легким движением. Пожалуйста, раз. Ух ты. И продолжаем операцию. Два. И продолжаем операцию. Три. Даже прохладно здесь как-то. И вот так вот. Как водичка, Йони. Просто рай на земле. В рай в шалаше называется. Ой, хорошо, водичка. Давай. Камеру. Буду тебя снимать, Игорь. Ну давай, давай. Это прекрасно. Куда-то меня завел, Йони. Озеро огромное среди гор. С чистейшей водой. Какое-то ущелье горное. Просто сказка. Фар. Нет, это нравится. Вылезай, вылезай, промокнешь. Тропические ливни, выезжай сюда. Лекция. Мы выплывали отсюда, да? И вот это этого озера. И где проплыли примерно? Проплыли сюда и уплыли вот сюда. А вот он руками водит. Тропический ливень. Да. Ну, хочу чай попить. Ни в чем себе не отказываю. Лабрюд. Погрузка на корабль. Вечерним Косамое. Хорошо. Должны поужинать мы должны. Замечательно. Может, день попьем пиво с какой-нибудь папской. Баюшки, баю. Ой, вот только снимай. Снимаю, снимаю.
райский уголок. Рай на конце света. Это вам не Непал, что нужно по горам подниматься. И холодно, и голодно. Ну, Яник, не видно, что ты сильно исхудал, да? Как мне прекрасно, как мне здесь все нравится. А? За нами море. Вот там вот, наверное, да? Пальмы. Кокосовыми орехами. Бассейн маловат. Бассейн маловат. Маловат бассейн. А слабо сделать массажик на берегу моря? Это да. А там кокос наверху. Они что, со всей страны их собрали? Гулаху. Пеший тиюль. По джунглям. Красавец. Подмазываешь? Подмазываешь. Там нужно было дудик. И снова подъемы нескончаемые. Никак ты от них не избавишься. Ни пешком, ни на велосипеде. Красота требует жертв, говорю. Ну таких? Таких жертв я не знаю. И для них с тобой... Поляне поднимайся, поляне. Поляне, пожалуйста, пожалуйста. О, молодец. Этнический дождь. Какие виды? Виды у нас хорошие. Да. Я достал экзотическим. И вот мы на них. Тропический, скажем мы так. На полуобитаемом острове, да. Ну да. Привезли на нас, мы не бросили. Не хотелось бы стать здесь Маугли вот, на старости жизни. Райское место, очередное, полунеобитаемый остров.
Давай, Йоник. Бери большую форму. Опять Селин Дион. Ну, Йоник, что скажешь? Прекрасно, прекрасно. Ради этого стоило подниматься 50 метров вертикально. Что для нас, для байкеров всего. 50 метров при... Да, но я хотел видеть такого байкера, который поднимется так вот, вертикально, как я поднимался, как последний обезьян. Макак Мацуй. Вот. Опять ты подъемами недоволен. Не, ну почему подъемы? Ну, конечно, подъемы. Кому нужны эти подъемы в жизни вообще? И так будем жить. Давай туда в грот заплывай. Йоник жизнью рискует, жизнью. А вдруг там акулы? О! Да, за провал. Еще раз, чтобы не провалился, провал-то. Не дай бог. Не намочили ножки, да-да-да. А нас высадили, как я не знаю. Как будто они собак кинули, да, нас. Да, да. Не ручная, Игорь. Это все дикое. Сейчас проверим. Смотри, Игорь. Просто невозможно описать, насколько красивый этот берег. Прозрачнейшая вода. Нависающие скалы, напоминающие сталактиты. Как это сделано природой, просто непонятно. Рай на земле находится здесь. Температура воды самая то. Сочи просто потрясающая. А виды, каких нет нигде. А? Почему ты передашь? Сам ты передашь. Знаешь, я слышу ее. Как это называется, если ты видишь там? Вот, пришло он к нам море. А раньше было там. Такое впечатление, что цунами вообще было. Насобирали. На материк везут. Да? На продажу туристам. Ага. Маленько немножко. Подержи ее в руках. Возьми ее в ручки, отец, вот. Она голодная просто уже. Йоник,
Залезь полянки, а, наверх. Прямо сейчас? Прямо сейчас, а я тебя сниму. Я вылез, там вроде змея была, ты понимаешь, раньше. Так ты ее вокруг шеи намотай, я тебя сфоткаю. Куда ни глянь, произведение природного искусства. А, как и у нас. Стирание белья, блин. Это каучуковое дерево. Вот так его по капельке собирают. Наш катер, сейчас мы на нем поедем. Какой? Ну дело ты. Смотреть на бибизян. Мы такое на улице уже снимали. Так, Игорь, не волноваться. Спокойствие. Вон обезьяны. Я не буду боюсь. Посмотри, вожак. А что ты боишься? Да. Серёж, там, дай, она возьмет, брось ручки у тебя. Вот самый маленький. Вот, смотрите, мне. Большого боится.
Ну ладно, маленькую. На, маленькую. А спасибо сказать. Спасибо, подожди, спасибо от него. Ну-ка. Спасибо, нет. Давай. Ага. Вот, дай. Игорь, ну а тебе? У меня есть. Не, ну давай, поводи. Ты не давай. На. Маленький. Ну, спасибо. Дождешь от него, спасибо. Руслан. Вот, только. Такое количество обезьян. Снимай, как она чистила. Чистила, она тебе не просто так есть. Она интеллигентная обезьяна. Она еще и позирует ко всему еще. Да, да. Снимаешь, когда ему... Нет, ты доест на себя. Ага. Ты будешь его учить его? Да. Поведению? Правилам хорошего тона, да. Делай должное. Какой подлый обезьян. Такой усатый такой, слушай. На, иди сюда, обезьяна. Обезьяна, иди сюда. Она вкуснее. Потихонечку. Не, у меня хорошо, нормально. Я лучше друг обезьян. Остров пакет. У меня крыша гостиницы. Смотри, Веник, не упади тут. Седьмой этаж. Вот на работе обрадуется. Вера не позволяет. Йоник оставляет запись в книге почетных гостей. Пожрать есть, что нету? Чё пристал? Обрати внимание. Транспортное средство. Транспортное средство и очень популярное здесь. Эвакуация пассажиров.
Finita la comedia. Finita la comedia. Я очень доволен, счастлив сейчас домой обратно. Надоела вся эта заграница. Специальная часть закончена, теперь танцы. Ну и что, Йоник? И все, Игорь. Этим наше кино заканчивается. Приходит к логичному завершению, да. Я очень рад, что мы начинаем домой.